Nice shot. Lock and load. Wow, very good. Let me show you how it is done. Полетели третья решающая карта Death Train, которая расставит все на свои места. Кто же выбывает из турнира, а кто же далее проходит в плей-офф? Противостояние AGF и команды EGO зашло прям, ну, в тупик. За две карты посмотрели 60 раундов, ничего не понятно, но очень интересно. Да, очень интересно, много забавных моментов. И самое, наверное, забавное, что 2-0 могло противостояние закончиться и за одну, и за другую сторону. И вот ты на это смотришь, такое, это все свелось на третью мапу. И, как сказал Тол, такие красивые истории обычно классно начинаются и заканчиваются 16-5. Но мы будем надеяться, что на решающей мапе будет пот, и мы пробьем не только ТБ, но и уровень, соответственно, крутости этого матча. Потому что пока смотрится все очень-очень близко. Уровень мы собираемся вниз или вверх пробивать? Вверх. Только туда, только туда. Понятно. Нам просто надо, чтобы цифра была красивой, ты понимаешь? Смотри, AGF сыграли 16-13 на карте Death Train в последний раз против команды Mad Lions. Обыграли 16-6 Хаву. С Galaxy Racer сыграли 16-12. Обыграли Secret 16-8. То есть, в целом, у AGF успехи определенно имеются на данной карте. Но у EGO только 29% винрейт, но сами по себе они обыграли, точнее, очень уверенно обыграли команду из Будапешта. Но вот проигранные карты были, конечно, в салат против OGNs и Zaka Wars. Но все три коллектива на трейне реально намного сильнее, чем многие команды, которые вообще представлены на Ultbet'е. Поэтому тут как бы вообще вопросов ноль. Обыграли справа 19-16 на допах. Ну, то есть, в принципе, XCOM GO тут даже не то, что на статистику надо смотреть, а, в принципе, на польскую сцену вы не найдете ни одну команду в Польше, опять же, которая не играет трейн. Они все ее катают, просто, ну, кто-то с переменными успехами, как у XCOM GO в данный момент. Да, не самый лучший винрейт, но есть две снайперские винтовки, весьма уверены. Есть DJL, который сегодня стабильно на первой половине, будучи в защите, показывает хорошее число киллов, хорошее количество. Да, он не убивает там по 20, по 25, но свои фраги дает, и иногда этого может быть достаточно. Но XCOM GO в атаке. И пауза. Ну, у нас паузами богат этот матч сегодняшний. Будем надеяться, что эти паузы что-то приносят командам. Хотя после одной такой, я помню, XCOM GO раунд с пистолетами взяли. Но здесь одна из команд возьмет раунд с пистолетами. Да, 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 ты прав. Одна из них. Получается, одна из команд возьмет пистолетку. Да что ты? Да, да, да. Одна из команд совершит энтри фраг. Ну, по логике вещей. Я, конечно, не специалист во всем этом деле. Но, тем не менее, было бы забавно посмотреть и решающую карту, не доходя до допов, знаешь, чтобы у нас прям было 90 раундов на три карты. Так прям вот тютелька в тютельку. Ну, в принципе, много было действительно клатч-моментов. И просто забавность этого матча в том, что он мог закончиться намного быстрее. Давай предугадаем счет. Счет? Хорошо, да. Давай. Я думаю, что будет 16-12 за AGF. А, то есть мы еще и победителя угадали. Да, я просто предугал счет. 16-12 за AGF. А я думаю, будет 16-7 за AGF. А, то есть вот так вот, да? Не щадишь ты XCOM GO, по всей видимости.
Но при этом, при всем, на самом деле, мы не будем забывать, что XCOM и GO брали в большинстве своем пистолетки. То есть они взяли, по-моему, 3 из 4, соответственно. Да, там пистолетные серии не все, но, тем не менее, по пистолеткам винрейт у них весьма неплох. Если на трейне сейчас начать, можно как доминировать. Пистолетки, я много раз говорил, не важна сама пистолетка. Второй раунд серия, важен. Да. Вот второй раунд, это прям, ну, супер важная штука. А сама по себе пистолетка, ну, это как бы хорошо, но такое. Просто начинали доминировать две карты подряд, соответственно, и GF. И было бы неплохо, если бы XCOM и GO что-то подобное показали. Нет, не будет здесь вантаба, как не будет вантаба от Люки, который также пушил верхний, соответственно, под бэплентом. По итогу и GF собрали информацию по оппонентам, понимают, что не где-то возле верхней за мейной зелени находится, и можно поджимать дальше. А XCOM и GO ждут, кстати говоря, и GF рано или поздно надо будет остановиться. Нет, нет, они так не считают. Но в отступлении уже Crystal дает свои минусы, и далее уже просто пятятся на точку Б. Ну и, в общем-то, энтери-фраг есть, можно и посидеть на позициях, подождать соперника. Да, только сейчас не сидит на TMB, за что получает по лицу, и этот поджим был, ну, таким, такой по себе. На самом деле, я думаю, что ожидали и Джефф, то, что оппоненты быстренько выйдут с мейна, то есть там убили двух игроков, которые, скорее всего, пойдут после этого вверх-вниз, двоица ушла с зелени, скорее всего, идет мейн, и Люки такой думает, сейчас я обойду их в спину, тайминги не зарешали, зато у Нетрика все получается идеально, погоди, там три спины. Его пока ждут, его ждут, его выцеливают, и Нетрик, да ладно, он еще вернулся, он еще раз вернется, ну, братиш... Тут как бы закрыть тебя могут довольно быстро. Там уже выход пошел с верхнеза. Не идет пока по стрельбе, но Фростлиф Нетрик дают все-таки свои хилы. И очень мало здоровья остается у Грубы и Фурлана. Оба без армора. Оба, ну, особо шансов на взятие раунда на самом деле не имеют. По идее, это килл по Люке. Да, забрали его, но Грубо остается 1 в 3. Только четкие хедшоты могли бы его спасти, но он успел дать только один. И пистолетка забирает все-таки AGF. Неужели они третью карту подряд будут действительно в роли доминирующей команды? Потому что и Мираж они начинали 6-1, Инферно с 4-1 также стартовало, и пока что... 6-0 вообще на Мираже было. Да, 6-0 было, только потом так первый. 5-1 было на Инферно. Вот, да. Как-то так. Но XCOM и GO всегда есть возможность ответить и камбэкнуть, если не на пистолетной серии, то в первом же девайсном, который, кстати говоря, будет следующим раундом, так как здесь они играют эко и с одной хаешкой. Как-то, знаешь, флэш, мне кажется, лучше бы смотрелось. Под себя. Да куда? Тут под себя TMB сейчас оппонента будет складывать. Вот тут интересная тема, потому что ему вполне вероятно сейчас может больно пролететь. Там есть минус, конечно, от Фростлива. Есть скилл от TMB. А вот патроны-то не вечные. Хаешка полетела, но это все за спину. А поддержка есть? Какая-нибудь флешку? Можно? Пожалуйста! Как-то уже рано, как я говорю иногда. Угу. И дальше игроков атаки, естественно, отсюда не отпустят. Но имея фармилку на руках, если грубый хотя бы одно убийство совершит, и это уже будет снайперская винтовка. Ладно, забудем. DJL слишком мало хп, его уже пушит в спину. В итоге один минус для экраунда слабовато. Но при этом будет девайс, например. Если учитывать, что они в этот раунд вложили какие-то 300 долларов на хаешку. А куда, кстати, хаета улетела? Она за спину полетела, видишь, она. А, все. Просто от нее ушел, получил немного урона, но не критично. Больше пистолеты наковыряли. Я просто думаю, представь, если в этом раунде была бы флешка. Ну тогда на зелени бы вряд ли что-то поменялось, с одной стороны. Ну просто это более командно смотрится, как бы. Ну одна хаена вряд ли что-то сделает, одна. Ну да, там знаешь, скорее всего, просто кто-то дал кол, может, а может хаешки закинем в сайт? Он такой покупает хаи, а тут же следующий отвечает, не-не-не-не, он такой, ну ладно, окей. Это, конечно, ситуация с поджимом мейна сейчас произошла. И зелень, кстати говоря, пушит TMB, опять ты посмотри, просто... Палец ему в рот не клади, дай ему зелень запушить. Но тут Фурлан уже поджидал, несмотря на флешку. Три раунда подряд пушат. Конечно, ждут. Тут можно в пятером ждать уже типов. Но реально, в каждом раунде пушат зелень AGF. По-моему, уже начинает читаться. Но не читается Кристо, который дал бы минус, но по стрельбе не взлетает. С второй попытки добивает оппонента, и поджим от Люки также приносит свои плоды. А вот теперь XCOM и GO сами остались в меньшинстве. У Люки, правда, по патрону тут не все так хорошо, еще свич девайса. Ой, как все плохо. Немного не вовремя. Ну там еще поджим от Нетрика, ты посмотри. А Нетрика вроде как поджидают или нет. Они стягиваются на A-сайт, дают инфу тиммейту, и Нетрик аккуратненько задавит. Скорее всего, смокину там Кристо. У, одного, второго щелк. И Лиман остался последним. Лиман сейчас, возможно, поймает одну-две головы. Конечно, раунд здесь будет слишком тяжело. Кристоф все киллы под Б дает. Итого квадрокилл в этом раунде. Один на зелени, три на Б. Четко, легко и просто для него выглядели, судя по всему, наверное. Но тут, конечно, все киллы под Б. Вот этот момент, когда словил хороший тайминг игрок на верхнем, ну,
по логике вещей, когда вы готовите плацдарм для выхода под точку Б, вам надо верхний-то отжать, иначе в момент раскидки просто выйдет чувак и даст тебе в ухо. Так оно и произошло, собственно. Ну, да, тут не подумали о том, что там может быть игрок, и вот как-то оно произошло. Но все-таки его убили, разменялись. Так, подожди, подожди. Зелень не жмется. Все. Они туда пошли втроем, они реально такие, ну сейчас он опять придет, и вот мы ему вломим. А Тимби простоит Савиком на дистанции. То же самое и Кристал, но, правда, оба свои киллы пропустили, но Кристал реабилитировался, забрав грубо единственного игрока под точкой Б. А Смаком отрезали возможность Тимби давать свои киллы, он закидывает Хайе, которая наносит очень мало урона, за моликом не разглядел соперника. Сейчас все-таки забирает Диджел, успевает уйти, ну и точно, они понимают, что там есть еще как минимум один мужчина. Ты понимаешь, они только флешку готовят. Он только достал флешку, говорит, сейчас будет выход, ребят, готовьтесь. И вырывается снайпер, убивает одного, и вот такие, ладно, видимо, придется эту флешку под себя действительно кидать. 4-0, бонусная экономика на высоте у EGF сейчас, и надо хвататься за возможность к XCOM GO. Иначе будет начало, как на мираже у ваших оппонентов. Но, кстати говоря, начало-то хорошее может быть в основном бете, друзья. Для всех новых пользователей действует акция. FreeBet и 9000 рублей к первому депозиту. Баннер под трансляцией. Ну, либо, что удобнее, можно просто просканировать QR-код и перейти на сайт FreeBet уже со своего мобильного устройства. Если на нем есть камера. А камера должна быть по логике вещей в 2020. Всякое бывает, слушай. Там поджим зелени. То есть, типа, один раунд отдохнул Тимби и такой, ну, сейчас вот точно не ожидаю. Но он все-таки дал энтри. В футболе, типа, добегался, он такой, все, отдохни, отдохни, до замену. Или когда ты бежишь, быстро атаку провел, такой, сейчас отдохну, почили. И в следующем же раунде вперед рвается Тимби. Еще и тиммейт его на Кристал поддерживает. Но вот заигрывается немного AJF, там, по-моему, Кристал на втором пике погиб, так скажем, размена Фрослова. Тут же включается Диджел, и Тимби никого на точку не пустят. Грубый последний, бомба потеряна, как и шансы на этот раунд, по всей видимости. Ну, слушай, так-то обойти можно в спину, в зависимости от настороженности команды AGF. Успехи грубы могут разниться, потому что тут с одной стороны 1 в 3 с выбитой бомбой взять тяжело за минуту, с другой стороны, если вдруг как-то они халатно отнесутся к контролю спины, он может в эту спину забрить двоих, а там один на один растащить. Угу. Ну, плюсы, будучи втроем на точке А, все ты не проконтролишь. То есть у тебя один чекает мейн, это железная позиция, которая просто так отваливаться не должна. Второй чекает зелень, его тоже не убить, но клюки, ключики есть, и можно подойти под каким-то хорошим углом, соответственно. Клюки, ключики есть. Да, думаю, да. Я думаю, каждому есть. Ну, это скороговорка такая. Да. Это сейф от грубы. Ну, коллаж засейвить тоже неплохо, другое дело, экономика будет разниться очень-очень сильно. То есть тиммейтам придется эко, что ли, делать. А он будет с калашом. Ну, в итоге девайсный раунд проведет там с пистолетом или фармганом вообще. Но в целом 5-0, и GF очень бодрый старт. И я не знаю, когда эта тенденция вообще сломается. Я причем уверен, что XCOM и GO тут камбэкнут. Потому что так было на двух предыдущих мапах. Да, мы уже смотрели эту серию сериала. И мы в курсе, как это будет происходить. Два раза смотрели только что. Режиссер одними и теми же мувами пользуется, поэтому мы тут понимаем плюс-минус, к чему это все идет. Да, но с другой стороны, 90% чата проголосовало за команду EGF как за главных фаворитов данного матча. И 16-14 на двух картах как бы нам дают понять, что ну что-то как-то тут главного фаворита уж точно нет. Здесь есть просто команда, которая захватывает ранние преимущества, и команда, которая это преимущество соперника потом постепенно отбирает, доводя до 14-14 и последующих побед одной или другой команды. Все верно. Другое дело, что, будучи догоняющей тимой, тебе иногда очень-очень сложно, и где-то там, оступившись один раз, ты карту можешь отдать уже подчистую, соответственно. XCOM GO выходит на B-плент, туда же стягивается Кристо за счет того, что захватили верх-низ. В принципе, на базе Б против пистолетов стоять вдвоем более чем можно. Смог полетел. Если бы сейчас был выход, это было бы очень-очень плохо, потому что Кристо бы, наверное, всех отстрелил. Но Кристо просматривает именно вверх, и там вполне вероятно будет какой-то пик, ну, возможно, даже префайр, а возможно, даже с дигла, а может быть, даже успешный, а может и нет. Да. Что, скорее всего, на самом деле, потому что с дигла выбить снайпером там очень, Кристал очень просто тяжело. Скачет на этой катушке, и он реально может допрыгаться в один момент. Пошел выход через низ, ни одного килла нет от опорника точки Б, но все-таки Люки успевает дать один минус. Тимби в этот момент дает два, третьего уже, скорее всего, не видать. Тут уже стал просто по тапу стрелять грубы, спину проконтролит моликом, но там будет выпад все-таки от Нетрика. Нетрик забирает одного, дальше сгорает, ну и Фрослив казнит Лимана. Ну, слушай, довольно серьезная потеря против экономического раунда от команды AGF. Не стали
подбирать ЭВП, что довольно странно, потому что ну, они 100% будут потом перезакупать себе второй авик. Ну, как бы да. Поэтому стоило как-нибудь это все дело подсейвить. Но при этом при всем я не понял, как люди вначале... То ли в блайнде был, ты видел, он 30 патронов Террен зажал и вообще ничего не сделал, соответственно. То есть там ровно 0 киллов было оформлено. Скорее всего, в блайнде был, я особо да, другие опции не вижу. Ну просто он прям, знаешь, так затопил, я думаю, ну сейчас полетит. А он стреляет, типа, и прям... Тут просто в обеих командах парни такие, ну, по стрельбе-то все на месте, конечно. Принимают решение не на уровне Глейва, допустим, но все-таки... На уровне гибели сейчас. По стрельбе очень жестко. Да, тут прям прилетает прострелами Кристу до 8 хп, но он и по фруну тоже урон успел выдать, а сам-то играет с авиком и может его еще успеть реализовать. Да, но уже будет чуть потяжелее, потому что могут прострелы и остальные дамажащие гранаты в тебя все-таки прилететь. Отжимается мейн с двух сторон, кстати говоря, перекрестные молики, и Netrix спешит вверх-вниз, который еще не захватили оппоненты, но рано или поздно такое ощущение, что XCOM GO туда спустится. Но я смотрю на раскидку от польской команды и понимаю, что вот... Представь, они прокинут этот единственный смок, ну, два смока флешки, им прилетит молик рандомный. И все, на этом раунд уже может быть закончен на самом деле. То есть выбивать позиции здесь будет очень тяжело, а с учетом того, что тут еще и трофейный калаш, и снайперские винтовки. Ух, как будет больно, но пока что больно. Только Фрослова тот же Тимби играет на размене, десант от него пошел, и вроде как еще немного поживет. Тут важная стычка верхнизи будет. Да, верхниз и зелень, вот важнейшие поинты сейчас на карте. Фику уже остается на 5 хп после столкновения с оппонентом. Продолжается отстрел со снайперских винтовок с одной и с другой стороны. Диджел находит минус по снайперу, основному команда AGF. И 3 в 3. 34 секунды, а бомба все еще лежит под контролем. Люки, выпад от Грубы. Ну, остается только зелени, вышедшие за зеленым вагоном Лиман. И Диджел, который находится в мэне, которому выйти, ну, практически нереально. Вот, его забирает Нетрик после минуса, после урона от Тимби. Ну и Лиман, оставшись 1 в 3, не имеет уже возможности поставить бомбу. Погибает все от того же Тимби. Ну и вновь 2 АВП будут использовать AGF. Слушай, у нас каждая карта, такое ощущение, что... Ну, там не возрастание было, конечно. Было потяжелее взять преимущество получается, до Инферно. Но на трейне 7-0 вести, будучи в дефенсе, захватывает такое экономическое преимущество. При том, что экраунды от XCOM GO, наверное, даже более перспективные, чем девайсы иногда. Да, точно. И такой тенденции, на самом деле, очень тяжело XCOM GO. Соответственно, пауза тут более чем обоснована. А другое дело, можно ли целиком поменять свою атаку на трейне секунд за 30-40? Ну, я сильно сомневаюсь. Но другое дело, что обычно в такой тотальной доминации, знаешь, когда команда просто не дает вам играть девайсные, пистолеты иногда могут залететь, потому что более раскрепощен, оппонент уже слишком самоуверенно в себе начинает давить. И, в принципе, мы видели уже прецеденты, когда XCOM GO, будучи с пистолетами, ну, достаточно мощно цеплялись. 2 АВП в обороне. Непроходимо пока для команды XCOM GO. TMB вместе с Crystal разрывает соперника. Crystal хорош в плане того, чтобы дать энтри-фраг. Но TMB по мультифрагам определенно преуспевает. У него просто больше киллов савика. Он жестко бахает. И под А успевает прийти, и под Б, и чего только не делает. Причем это забавно, потому что обычно основной снайпер как раз-таки играет на точке А. Тут наоборот, Кристо очень часто обитает на базе Б. Постоянно пикает верхний и зачастую находит очень-очень много фрагов, соответственно. Ну, в сумме, если сложить. Ну, а в этом раунде лишь диглы, небольшое количество раскидки и приправ в виде армуров, два из которых без шлемов, соответственно. И пойдет десант у нас вверх-вниз, два игрока пытаются пикнуть мейн, и Джейф к этому, по всей видимости, готова, занимает максимально дальние дистанции, понимая, что против пистолетов на них будет сражаться, по идее, очень-очень комфортно. Урон вверх-вниз спустился, Лиман попытался открыться на более дальнюю дистанцию, перестреляя, кстати говоря, Нетрика, и флешка оказалась очень-очень годной, потому что отзонила его тиммейтов, соответственно. В итоге спрятались куда-нибудь близ коннектора, остается Кристо все еще в живых там на зелени, тиммейты и без него вроде как справляются. Близко-близко и в лицо. Жестко. Ну и еще и ноузум от Кристал. Что так и не произошло? И в смоук в блайнде, и ноузум там и с смока выходящими в фику. Все просто по... Ну, короче, не по плану пошло у команды XCOM GO. Ой, ну это ладно еще, раунд с пистолетами. Просто когда девайсные раунды у них так заканчиваются, тут уже тревожный звоночек. 8-0. Это...
какой-то мем, потому что так осталось столько же. Я тебе говорил после 30-го раунда карты до Инферно, что самое обидное, что реально в основном так и бывает, что две плотнейшие карты на последний разгром. Да, безусловно, видели мы уже возвращение от XCOM и GO на первых двух после там, ну, небольшого хорошего старта от соперника. Ну, 8-0, и тут, ну, прям жестко. Фику есть энтрифраг, Лимон также ему вторит, находя минус, но погибает тут же. 3 в 3 продолжает свой выход команда XCOM и GO, выгоняет просто в зелень обратно TMB, и он не должен врываться пока что, но он пытался. Ой, Кристал тем временем погибает в верхнизе. А вот это было жестко, не знаю, как его убили, но грубый поддержал, и Люти остался последний. По нему, по идее, есть инфа, он там стрелялся, фурлан прямиком в спину заходит, лови! Подзатыльник, 8-1, и все-таки... Как только ты сказал, что шансов нет, XCOM и GO начинает включаться. Погоди, я не сказал, что их нет. Сказал, что их мало. XCOM и GO такие, сейчас мы ему покажем. Но пока лишь один девайсный, который взят отчасти нахрапом, на самом деле. И еще два, и деньги будут заканчиваться у датской команды. Но это только звучит легко, на самом деле. А на деле один раунд взяли, и надо продолжать. И я не думаю, что и Джефф так быстро посыпется в своей атаке. Но, maybe это... Фактор того, что XCOM и GO надо действовать быстро крайне, потому что оппонентов две снайперские винтовки. И классный тимплей, хорошие гранаты. Шикарно против них работают, соответственно. Фурлан пока что на Олафе, TMB его контролит. Туда прилетел. Оп! Зажигательная, но она его не спасла. Видимо, так, думал, что его не видно. Ну, он, видимо, думал, что молик он прокинул глубже, его просто не пикнут. У меня тоже такое бывает, но просто... Мы с Фурланом немного на разном уровне находимся, по идее, у него такого бывать не должно. Выход на точку Б, где Люки притаился за катушкой. Его видели. Вернулся такой Лиман, так что, погоди, это что было? Забрал оппонента, Диджел дальше разбирается с Кристалом. Ну и Фрослип не успел разменяться и, скорее всего, будет также убит. Да ладно, Фику не справляется с ним. 3 в 3, 4 хп у Диджела. И его можно очень просто забрать одной какой-нибудь гранатки, но он в такой позиции, что там не прилетит, по идее. Она настреливает сверху, слушай, в смоки-то, как больно. Но на этом все еще хп снайпера не заканчивается, но сейчас его добивают. Растерялась TMB совсем. Позиций не было, продавленных XCOM и GO. Они вроде зажаты в сайте, и можно их за это наказывать. Имеется минус, смог на бомбу, и против снайпера можно ее задайфить, но до этого надо убить игрока. Есть минус, 1-1, 13 секунд, времени крайне мало, но не читает грубого. Такое грубо не отпустит. Такое грубо не может проиграть. Фрослип. Ой, еще и бомбу потерял там в смоках. Да ладно, но времени нет. Да. К сожалению. Ну ты видел, он, мне кажется, хотел максимально задефать все это дело, но просто случайно десантировался вниз. По итогу 8-2. И, как ты говорил, экономика может быть сломлена, и почти удалось ее сломать XCOM и GO до конца. Но у трех игроков есть ресурсы на закупку нормальных девайсов, поэтому можно попытаться зафорсить, сыграть от них. Но при этом, при всем, потихонечку выходит дефенс из-под контроля. И спустя 8 раундов XCOM и GO все-таки нашли какие-то ключики. Да, если доберутся хотя бы до 5, уже, в принципе, удобоваримо. Да, а 3 из 5, третий, вернее, из 5 они сейчас должны брать безоговорочно, тут только пистолеты. И вот так долго тянули с этим камбэком на карте Детрей, ну не для того, чтобы, наверное, этим пистолетом проигрывать. Хотя задумка, вот Джефф неплохая, они пушат базу Б, даже минус первый нашли, влетает еще игрок вверх-вниз, два фрага, и... А там-то посмотри, где бомба-то лежит. По идее, за ней вернуться. Да, вернуться, только уже в меньшинстве, и только еще один минус практически. Без арморов, типы, их можно перестреливать, но они теряют еще и Фику. И остаются вдвоем вообще Лиман с Диджелом. Это рофл сейчас будет. Если они это отдадут. А там уже калаши, как бы, а как возвращаться? Это в какой-то мере даже не смешно будет совсем, потому что можно тильт поймать после такого. Вы типа проигрываете 8-0 и только начинаете возвращаться и отлетаете от юспов. И. Причем, да, кто-то может сказать, да там Дигл, да Дигл вообще ничего не сделал, просто в спине стоял, он даже не успел подоспеть. Фрослип просто смотрел, как его друзья делают дела, и спрашивают, ребят, вам помочь? Нет? Ну ладно, я тут рядышком побуду, хорошо? Но против TMB можно выиграть сейчас перестрелку, он идет сам бегать, но какой же хедшот, оу! И дальше не боится Диджела, понимает, что там снайперская винтовка, и Диджела 1 в 3, как же тяжело эту бомбу будет вернуть. Да тут нельзя вернуть бомбу, тут можно убить троих, другой вариации просто быть не может. И 30 секунд Диджел, подбирая более мобильный девайс, понимает, что играет против оппонентов без армора, ну как тяжело их здесь будет перестрелять, Люки уже собирает информацию, его тиммейт рядышком слева, Диджел пытается пать, сводить на сольные перестрелки, у него это получается сделать, один фраг все имеется, но на 18 секунде его добивают. Два калаша для себя сейвит AJF. И теперь экономики не будет XCOM и GO. Что важнее. И 100 призов каждую неделю, друзья, выдает Лотбет, потому что вам-то халява от Лотбета есть. А вот XCOM и GO тут никакой халявы. Только начали брать раунды и сразу же их отправляют в такой вот экономический нокдаун, из которого им вновь придется выбираться.
Потому что только вот какой-то проблеск надежды на горизонте. И они такие, о, вроде, ой, хорошо, сейчас пошло. Еще один раунд, ой, замечательно. Тут приходят парни с юспами, и все. Угу. На этом все и закончилось, на самом деле. Ну, с другой стороны, если бомбу оставили не в этой точке... Но, с другой стороны, ты, наверное, никогда не ожидаешь такого момента, что юспы вот так тебя задавят. Ну, когда ты один в душевых, второй в верхнизе, ну, может, могут тебя перестрелять, что и произошло, в принципе. В итоге пистолет от XCOM и GO, и я почему-то уверен на 100%, что они такой раунд не возьмут. Вот в чем проблема. Если бы они могли ответить, это было бы взаимно, ок. Но берут эко-раунды и важные раунды для себя только AGF на данный момент. В этом проблема. И главное, только-только XCOM GO не только камбэк свой начали, они выбили всю эту экономику, а в итоге у AGF опять она будет. Опять они вернутся на свои там 6-7 тысяч, если этот раунд возьмут без потерь условно. Смоком закрывается зелень. Там уже никак вообще не пройти грубый с глоком. Он просто возвращается поближе к команде. В районе душевых обитает фику с бомбой, постепенно подходя поближе к тиммейтам. В прошлый раз Люки подобный вот выход массовый через низ не смог проконтролить достаточно качественно. И много работы пришлось выполнять TMB тогда с ВП. Посмотрим, сможет ли Кристал ему помочь, да и вообще справится ли сам Люки в этом раунде. Потому что нас ожидает все тот же эко-выход на Б. Промах от Кристал. Но все-таки далее компенсирует это одним вторым фрагом. Ну и Люки также успевает одного сжечь, второго пристрелить. Ну и... Кристал также не сплоховал. Всех троих уничтожил. 10-2. Пятикратное преимущество. И на самом деле, как звучит, так на деле оно, наверное, и есть. У XCOM GO будет последний шанс сейчас, на самом деле. То есть, мне кажется, если они этот раунд отдают, то на этом все. Ну, то есть, 5 раундов в атаке, на трейне, это прям вот, вот если совсем-совсем не пошло, не повезло, такое можно как-то в дальнейшем камбэкать. Но если вы отдадите 11-й, не дай бог, там 12 плюс раундов, то это будет очень-очень жестко. И бай, на самом деле, у XCOM GO неплохой, не считая уж того, что у DJL гранат там отсутствует, в принципе. Шлема нет, но для снайпера maybe это не так важно. Кристо, опять же, поджидает оппонента, который частенько пушит олов. Кого здесь не найдет. А вот это интересно. DJL под флешку пытались пикнуть, но, естественно, тут не блайнде остался Кристал. Чуть было еще одного оппонента не забрал, но при этом оппонент уже крайне близко. Ох, там за смоками парни, казалось, готовы были выходить. Кристал срубает фурва, на который забрался на вагон. Уже даблкил. Да, ох, как было близко в смоки. Но дальше уже под смок не подставится игрок атаки. А вот на вагоне его можно будет заметить и снять. Но Кристал немного занят. Он пытается выслеживать всех бойцов атаки, которые выходили из мейна. Нетрик минусует грубы. И постепенно рассыпается в очередной раз команда XCOM GO. Кристал трипл килл. И Лиман 1 в 4. Ну и такое уже не взять, получая по ноге. Действительно, 11 раунд для AGF. И на этом все не заканчивается, потому что экономика у XCOM GO вновь пала. Можно перезакупиться, да, купить какие-то калаши, DJL сыграть с пистолетом или фарамганом. Но трабл в том, что просто раунды совершенно к вам не идут. И мне кажется, да, сейчас XCOM GO 16 тысяч долларов каждому игроку, легче бы им от этого не стало. Потому что тенденции говорят о том, что прием к точке А слишком-слишком легкая. И на самом деле, я вот так подумал, я чуть не видел ни одного раунда от XCOM GO, когда они выходили на А и прямо раскидывали, знаешь, так, ну, круто. Ну, под глубокие смоки и так далее. В этом раунде, в прошлом раунде были неплохие смоки, но единственное, что они... Там фурман залез на вагон, находясь над этими смоками, и погиб от снайпера, который, естественно, его видел. И, то есть, ну, вот такие вот моменты происходили, и в итоге они остались 3 в 5, и такие, а, что делать-то дальше? Ты видел, как фику сейчас оппонента забрал? Ну, они прокинули хае, и фику засчитали киллу в блайнде с хаешки. Забавно. Но в итоге фраг нашли по Фрослову, еще и Нетрика немного накалили. Но при этом, при всем, придется как-то контактировать с TMB. А тут на его месте был Кристал, постоянно находил киллы. Я думаю, TMB тоже не оплошает. Ну, и решили XCOM GO учиться через верхний действовать. Тоже очень опасно. У оппонентов максимально дальние дистанции. Вот благоволит, наверное, только количество здоровья у Нетрика. Там 20 хп, одно попадание с дигла на любой дистанции. Рип моментальный. По итогу верхний плюс мейн под одну флешку. Три смока, которые тоже необходимо закинуть на самом деле, чтобы нивелировать хотя бы одну позицию соперника, я не знаю. Хотя бы кризис его закрыть, на этом уже все будет только. Ну и там очень важно, как звено истец с верхниза будет работать. Потому что именно ему предстоит сдавить сайт. Правда, уже без грубого есть минус. Ну и просто продолжает отстрел. Мы просто смотрим один и тот же раунд на протяжении долгого времени. Да, у меня такое ощущение, что зациклили, знаешь, типа и цифры просто на табло меняют. И девайсы там. Как будто это все искусственно как-то. Но на деле оно так и происходит, на самом деле. Просто XCOM и GO не могут себя найти на карте Detrain. Да, вот был в один момент
какой-то врыв такой от XCOM и GO, но как только они отлетели от пистолета, все, сразу опять поплыли, проиграли еще. Сколько получается? 4 подряд. Ну, мне это очень напоминает Хаву. Вот Хаву отлетели 1-3, и в матче, я не помню против какой команды, возможно, это были Изака Борос, они атакуют, взяли пистолетную серию, то есть 3 раунда, и в какой-то момент просто против них взяли какой-то вот обидный, знаешь, клатч, то ли 1-3, то ли 2-4, и на этом закончилось все. Больше 3 раундов в атаке они не взяли после этого. Это максимально странно. И в данный момент я... Мне очень тяжело терять XCOM и GO и их борьбу, что самое главное, потому что ОК да не ладно, отлетели. Да ладно, это уже бы, все, но... перебор с Авиком в соло с Авиком. Тогда... Поджать Б, дать килл и просто спокойно да кому? Уйти. Ты видел, это... Тимби 5 раундов подряд поджимал вообще. Это просто дико нагло. Ну да, так не бояться. То есть при счете 12-2, а чего тебе терять? То есть ты уже понимаешь, что третий раунд оппонента, ты даже не думаешь о том, что они могут его взять. Ты доминируешь тотально. Такой нетрик не понял, чуть было. Главное, чтобы Фику там не понял. По пулевым ощущениям могло быть очень-очень неприятно, если бы в ноги взлетело. Но при этом, при всем, XCOM и GO вроде приготовили плацдарм. Очень много зависит от выхода на зелень. Но такое ощущение, что тут каждый выход от польской команды немного обречен. Так, Лиман в смоках. Проходит постепенно в район старого плента, откуда его, по идее, должен снимать TMB. Но TMB сейчас слишком занят зеленью. Шикарная флешка заставляет его смещаться, и тут его должен был поймать. Казалось бы, Лиман, но Лиман помогает команде атаковать точку Б. Нет, это должен быть третий раунд. 100% должен быть третий раунд для XCOM и GO. Без вариантов. Лиман максимум из этой ситуации пытается извлечь. Где же второй опорник? Но он точно знает, что один сейчас находится в районе коннектора. Видел спину. И... Тык. А тиммейт это выходит! А тиммейт это выходит, что он так долго смешное. Ждал. Ладно, он сейчас минус 2 все равно даст, но это так было забавно, он так выцеливал, и чел просто ушел. Ну да, был. Это минус 2, это минус 2. Одного, второго щелк и будет добивать все-таки. Ну и как ты сказал, третий раунд близок как никогда. TMB, конечно, здесь разменяется, но 2 в 3 ретейк предстоит крайне-крайне тяжелый. К тому же Лиман запушил еще и Сити, заберет игрока на депо. И последний остается Фростов, который этот раунд 1 в 3 очень навряд ли возьмет. Опять же, у меня в этот момент, когда я говорю, точно не возьмет флешбеки с раундами с пистолетов. Вот, тут просто тапы от Фику и 12-3. Три раунда в первой половине от XCOM и GO в атаке прямо, скажем, не задалось польской команды. Дальше будет оборона, сильная сторона. По идее, должно быть попроще. Вполне вероятно, мой предикт они смогут осуществить. А именно 7 раундов. Но этого будет крайне недостаточно. Я думаю, XCOM и GO-то все равно, сколько раундов взять. Главное, опять же, нет, им не все равно. Им надо взять 16 и только. Но другое дело, что... Они возьмут 16 на допах и проиграют 19-16. Только так это может быть, да? Ну, план был, как бы, выполнили все. Там тренер сидит, просто с ума сходит, что происходит. Ой. И при том, не сказать, знаешь, что и Джефф играет как-то максимально идеально. Они играют нагло, они играют просто хорошо. И была бы тут команда сильнее, у них бы многое бы не получалось. Но XCOM и GO на трене немного растеряны. И это тот самый матч, где потеря пистолетки равно потере матча, видимо. При этом и Джефф, я так понимаю... Гранат, не хотел сказать, что не будет, но нет, Нетрик в окончании все-таки фристайма закупил, смог плюс 2 флешки. Выход будет под точку А, 3 игрока на зелени, один в мейне и, скорее всего, один пойдет также вверх-вниз действовать. Поджимов от XCOM и GO пока что замечено не было, но при этом укрепление на зеленке, и на самом деле проходить будет очень-очень тяжко. Хедшот залетает пока что по Фику, и пришлось ему немного отойти назад. Вот и Джефф, стоит ли дальше давить, это огромный вопрос, потому что по зелени уже есть инфа, и мейби стоит просто оппонентов оставить без информации, аккуратненько стянуться назад. Пускай они думают, что мы там стоим, как бы. Или оставить там двух игроков и укрепиться еще и немного в мейне. Фику сейчас может занять крайне перспективную позицию, если учитывать, что выход ожидается массово через зелень. Достаточно будет дать минус по нетрику. И одна из ключевых позиций будет под контролем обороны, что позволит удерживать точку еще какое-то время. На таймере минуты прилетает смок на зелень. Фурон смещается за этот смок. И там на шифтах постепенно проходит ОПГ команды AGF. И хороший выпад от Фурона. Один, второй минус. Вот так качественно работает USPS. Но дальше, конечно, погибает от Фрослива. Тем не менее, 2 в 4 взять команде AGF будет тяжело. Уже 2 в 3 остались после того самого минуса по Фурону. Но грубы постепенно выходят из верхниза. И достаточно один минус, чтобы можно было просто бросаться толпой на этот ретейк. Тем более, что грубы забирает обоих. В соло получается. Но в первую очередь тут Фурл очень много сделал. Дал килл на зелени. Мне это чем-то напомнило пистолетку. Также
получается, на карте Inferno, которые взяли, собственно, XCOM и GO, когда Фурлан там двоих вырубил, по-моему, будучи за тройкой. Тут такая же история, но при этом бомба стояла, и GF дали два килла, и почему бы им сейчас не запарсить? Ну, знаешь, ангел и демон просто на одном и на другом плече. С одной стороны, ты хочешь зафорсить и быстрее закончить, с другой стороны, ты хочешь закупиться нормально и быстрее закончить. И тут вот, ну, типа, загротека, забайт сразу. Бомба стояла, можно. Ну, слушай, это экономический раунд, судя по всему. Смол, флешка появились. Ну, а как бы чего затягивать? Фастби? Можно. Под смок, под флешку, почему бы и нет. Пистолетов единственного вообще никаких нет. Вот дигл какой-нибудь, знаешь, а что, чисто дать пистолет? Вантап. Ну, такое. Глок-пистолет, но грубо, только... Грубо без каски. Единственный игрок без каски — это опорник точки Б. Но это мем, конечно, если его сейчас вынесут. Быстренько. Но тут нет. Тяжело. Пока 2-3 минус от Грубы. Бомбу бы поставить как-нибудь. Бомба падает. Ну и Фростлив такой... Может, я заберу бомбу? Нет, Грубый и Эйс, да, легко и просто-просто уничтожает соперников. Ну, было красиво, несмотря на то, что это пистолеты. Тем не менее, будучи без каски, его могли действительно задавить. Но... Особенно последний килл был прям... Да, последний был самым сложным вообще за всю историю. Нет, ну не то, чтобы он был сложным, но там просто бах. Ну да, красивенько в окончании. Ну и 5, соответственно, раундов уже у XCOM и GO. И тут начинается закупочная серия, где GF имеют все девайсы на руках. Это калаши, это раскидка, соответственно. Авик пока что не замечен ни с одной, ни с другой стороны. И GF, ты посмотри, тотально на базу Б делают упор. Там пока что один грубый откинет молик, но это может не остановить и GF, но они решили немного остановиться. А однако поджим неудачный от Фурлана. Ну тут вот, ну это дискоммуникация на самом деле, потому что Грубый в один момент увидел, что выхода на Б все-таки нет. Да, один чел, который вот кричит, это все Б, и ты бросаешь на перетяжку, думаешь, да, ну да. Все, значит, все, он увидел пятерых. И тут тебя убивает два типа, которые стоят, падают, и такой, а, ну да, все, точно. Да-да, это прям жизнь максимальная. Скорее всего. Ну тут просто, ну вовремя очень сложно отдать, знаешь, такой кол, что типа нет, не пуш. Но тут очень много, естественно, зависит от действий самого Фурлана и от размышлений. То есть он сам должен чувствовать тайминги, понимать, что да как. И, наверное, если бы подождал еще миллисекунду буквально, а тиммейт бы дал кол, что это не Б, он бы остался и выжил. Ну а так приходится XCOM и GO угадывать, направляясь на базу Б втроем. Фику, получается, одного вверх низи оставили. И если бы оппоненты туда пошли, все было бы просто филигранно. Но им не везет. И оппоненты выходят на противоположный плент, соответственно. И у них еще и гранаты, посмотри, сколько. То есть тут бедный Фику, я не знаю, как он обороняться вообще будет. И будет ли. Ну, если будут медлить, и Джефф, он может сделать какой-нибудь тайминговый хороший выпад в момент установки бомбы и выбить ее, грубо говоря. И там уже тиммейты как-то подтянутся на движуху. Ну, это, конечно, маловероятно. Подловить игроков с мейна выходящих, в принципе, можно. Сейчас, по идее, полетят гранаты. Там перетяжка уже. Ну, перетяжка есть, но тут слишком близко уже находится Люки. Забирает игрока вверх-низе. Диджел два фрага дает, выбивает бомбу. Да ладно, но дальше закрывает его с двух сторон. Хорошо, и игроков бомбу на перетяжке поймали. Ну, 12 сек тут уже никак. Ну, так... если бы смока не было вверх-низе, возможно, грубый смог бы как-то проконтрить, да, да, люки и не дать бомбе быть установленной. Но, конечно, уже ничего не изменишь. Вот так вот. 13-й раунд забирают себе AGF стараниями Кристал, несмотря на все усилия от DJL-а. Хороший тайминг от Люки. Минус грубы. 13-5. XCOM и GO есть еще немного денег, чтобы докупиться. Но все-таки недостаточно, чтобы можно было сказать... О, да это бай. Нет, тут 2900 у Фурона, там Лимана 3250. 3000 вообще у Фику. Знаешь, когда я сказал, что снайперской винтовки пока нет, я не ожидал, что ее не может быть вообще на этой карте на второй половине, потому что сейчас один раунд, последующий, если возьмут. А, тут еще и Эк, это посмотрит, XCOM и GO, дают 14-й. Но, а вам лотбет отдает замечательные бонусы. Прописывайте команду восклицательный знак в тикет в чат и лутаете, соответственно, бонус 2 в одном. А AGF, мне кажется, своему счастью не верит. Они влетают на точку Б, и мало того, что оппоненты фэк, они вам еще и точку полностью отдают. Какой карт-бланш на все действия под данным плантом. Экзит-фраги все-таки никто не отменял. Тем более, что ты посмотрел уже через КТ. Больше через команду XCOM и GO поступает поближе к точке Б. Ну и готовят они такой плацдарм для выпада. А TMV с хорошей позиции на тормозе, где его не просто забрать, не просто начекать. Дает минус по Фурлану. Очень нагло далее. Открывается под Фику. И забирает его. Остается 2 дигла по 250 у команды XCOM и GO. Арморчик не хотелось бы грубо терять. Остальное, это, конечно, это расходный материал.
Да, диглы хотелось бы сейчас применить. P250 можно использовать снайперу как второй девайс. Ну и, кстати, находит минусы. Но дальше TMB плюс тиммейт приходит. Говорят, не-не-не-не-не, калаш вы здесь не заберете. Только свинец в своей голове унесете в следующем раунд, в следующий раунд, соответственно. 14-5 и два раунда до победы коллектива AGF. Они, конечно, выглядели фаворитами. За них, конечно, проголосовало 90% чата. Но две первые карты прям настолько сильные, интересные, классные, и их даже можно пересмотреть. И третья карта, вот, знаете, если кто-то будет пересматривать, это, знаешь, как, типа, сериал такой. Посмотри два сезона, а третий не надо. Вот тут такая же история, типа, лучше не заглядывай. 1-0-1. Понятно. Ну, слушай, еще не 13, уже неплохо. Грубы. Зажигательный на низ, соперник вновь не вышел. И перетяжка только от одного лишь DGL, а никто не полез вверх-вниз. Вот так вот должны были в первом же девайсном раунде во второй половине отреагировать XCOM и GOL. Но при этом сейчас у них по позиционке все очень плохо. То есть собирают информацию по зелени. Это единственный такой мув, потому что, ну, защита не может стоять просто в глубоком дефансе. Займут позиционку оппонента и вас спокойно запушат. Ну а так Фурлан хотя бы имеет какие-то шансы. Фурлан на 100% хедшотов. Ну тогда? А сколько? Там киллов-то 7, по-моему. Ну все равно. Ну неплохо, я согласен. Я до сих пор смеюсь над... Мы на какую-то команду с тобой смотрели, и там у парня 10 АДР, 9 АДР в следующем раунде, 8. Был Марцелиус и еще кто-то, да-да-да, я помню. Да-да-да, это против Испада был матч на Дасте как раз-таки. Апекс, да-да-да. Ой, это было очень обидно. Сейчас выход на самом деле на Б и ТМБ. Если убьет здесь оппонента, просто будет мега приятно, потому что он перетянет одного из игроков с пэплэнда. Так и происходит, есть минус. Но железно стоит XCOM и GO, никуда не стягиваются. При этом и Джефф, мне кажется, сами сейчас немного в раздумьях. Может быть, вернуться на точку А. Не-не-не, никаких раздумий. Они уже начинают подготовку к выходу. И низ будет принимать грубы, вверх будет принимать DGL. Гранат вообще нету команды XCOM и GO, и на ретейк им выйти будет тоже тяжело. К счастью, ну, фурона не 7, а 6. Не суть. Выход через верх не удалось проконтрить. Лиман, конечно, первый забрал. Уф, скример-то какой. А что, по Лиману, точнее, по грубой информации не было, видимо, там не успели как-то донести, потому что через низ все-таки игроки выходили. Мне казалось, они должны были его заметить, но, видимо, не сложилось. Шестой раунд для XCOM и GO, и они постепенно подбираются к моему предикту. Ну, потихонечку, действительно. Другое дело, что у AGF и Neway по баю все ок. В следующем раунде они закупятся, и, возможно, даже меньше 7 раундов XCOM и GO здесь заберут. Ну, хотя бы что-то взяли. TMB, кстати, посттаймер умер. Конечно, такое себе, когда у Кристо $1600, как бы, умирать после таймера. Ну, дело такое, не особо приятное. Ну, выход, конечно, забавный получился. Тут от грубого самый, наверное, мемный момент вообще, когда один десантировался в одну точку, другой в другую, а он сидит такой, о, класс. Убью одного, второго, без проблем. Rainy Man. 2 ВП, кстати, у XCOM и GO. И вот тут начинается интересно. Интересно просматривать этот матч, потому что и Джефф не факт, что сумеет этот сетап так быстро законтрить. Тимби в агрессии, уже на первом молфе, врывается дальше. Слушай, ну там тем временем оппоненты отжимают вверх-вниз и полностью отдают ему инициативу. То есть он в теории может пробраться, это уже фуру забрать, например. Либо пойти убить вверх-вниз. О, какие тайминги! Есть минус, Фику моментально пал. В ответ должен полететь сейчас десант, чтобы еще и Лимана закрыть. Я думаю, должны подозревать, что могли быть два игрока, соответственно, а Тимби не остановим до сих пор. Он идет дальше дайвить. Молик прилетает под него. И он отступает. И Фурлан точно знает, что где-то здесь есть игрок, поэтому сам с зелени немного попятился. Вместе с тиммейтом должны были они TMB проконтрить, но погибает один, второй игрок защиты. Фурлан все-таки отвечает по просливу. 2 в 3 вполне можно выиграть раунд с двумя ВП, пока еще соперник не успел даже бомбу поставить. Но тут такая близкая позиция. Хорошая реакция DGL. Нужно забрать еще двоих. Бомба лежит. Напоминаю, какая реакция по Люке. Отличный минус DGL. Смог запрыгнул и снайперская дуэль. Два снайпера будут сражаться сейчас в раунде под номером 21. За выход на 15-й. В случае для AGF, опять же. И Кристом этим раундом просто может выиграть и закончить с оппонентами, потому что денег у XCOM и GO в следующем не будет в случае поражения. И Кристо уйдет давить, уже зеленым находится, а оппонент чекает сайт. Но будет ли выходить до конца, непонятно. Кристо в ноузуме на самом деле сидит и, по идее, должен наказывать оппонента. Это будет минус. И 15-6. Огромное количество матчпоинтов, я даже считать не буду, но уверен практически на 100%, что XCOM и GO их просто не осилит. Я почти на 100% уверен, что их 9. Да? Да. Да. И вот столько точно не получится. Да и вообще, мне кажется, что прямо сейчас можно все это дело заканчивать, так как экономики у защиты вообще никакой. Ну что вот, Real DGL, как это было красиво. Первый, второй минус, это прям вот чуть-чуть дожал бы на третий, и, возможно, это был бы лучший хайлайт в плане эффектности на лутбете в целом, вот в этой стадии. Но немного не зашло.
И тем не менее, сейчас игроки атаки также распределяются по карте. Никуда особо не спешат. На этот раз нет у нас поджима олов, соответственно. XCOM и GO укрепились на базе Б, но уже потеряли Фурлана. Ох, как неприятно. Так, тут пытался Кристалл на реакции играть. Два промаха. Есть три и четыре. Они на фазумах сражаются, типа? Серьезно? Как это выглядит? Почему никто никого не убивает? Алло, там одно попадание было из 10 выстрелов. Вот и просто вообще зелень прошел каким-то образом. Они понимают, что зелень не отдали, и что там, возможно, кто-то прошел. По идее, должны контролить. Туда уже смещается на КТ-игрок, но его, по идее, Фростлив слушал. И должен легко его подловить на этом муве. Видел голову, забрал его в нее. Итак, был все-таки минус по ТМБ. Но два скаута и МП-9. Притейки точки Б. Очень тяжело, очень тяжело. Но если вдруг удастся сейчас зайти в фику с тиммейтом и разобраться там вот с Кристал, будет поинтереснее, потому что Лиманта свой минус по Фростливу нашел. Правда, Лиман погиб, и Фику остался один. И легко, конечно, он разобрался с Кристал. Но бомба стоит. А, ну, с МП-9, конечно, дистанция перестрелять Люки, у которого калаш, будет супер тяжело. Даже при наличии китов Фику вот в этом раунде мало что светит. Можно начать с Нетрика, у которого по ХП огромные проблемы, а именно там 9% здоровья, соответственно, забрать его можно будет. Фику сближается, кстати говоря, и шансы появляются. Пытается фейковать немного, зная, что оппонент выглянет рано или поздно, но там попытка стой на пика, так. Убивает фул хитового оппонента, и, соответственно, последний Нетрик, у него 9 хп, его можно забрать. Ран, Вася, ран! И дефать, и дефать, но он не успеет, скорее всего. Да нет, это ты чё, какой дефать, его убьют в спину. 9 и... Ууу, как хорошо. А теперь все, только диффуз, он уже не успевает, это 16. Жестко. И AJF в итоге после двух сложнейших карт умудрились, знаешь, выстоять, наверное, в первую очередь, потому что могли в какой-то момент отлететь 2-0. И по итогу мы видим 2-1 победу для AJF. Они летят, соответственно, в следующую стадию. Ну а коллектив XCOM и GO благодарим за две первые карты и соболезнуем на третий. Ну да, ну не пошло. Ну, я чуть-чуть не угадал. Один раунд. Но все-таки, да, тут как бы... Изначальный фаворит матча по нашим с тобой прикидкам и прикидкам нашего глубоко уважаемого чата, который отдал им, ну, огромное преимущество, 90%. Все-таки они победили, но действительно было очень непредсказуемо и плотно. Завтра будет матч HellRaisers против ВКонтакт, так что, друзья, ни в коем случае его не пропускайте, будет интересно. И узнайте развязку, узнайте, ли попадет команда HellRaisers в плей-офф, будет ли 5 СНГ команд в этом самом плей-оффе. То есть, ну, завтра будет выяснено... Судьба дальнейшая турнира LoadBCS. И СНГ команд, что самое главное. Поэтому фоловьтесь на канал, завтра обязательно приходите. Напоминаем, что для вас работает замечательная компания UCC. У микрофона были Тол, Шейл. До завтра. Nice shot. Lock and load. Wow, very good. Let me show you how it is done. Damn! That was one of the best tickle fights I've been to.